Sing that shit. Здравствуйте, меня зовут Александр Альдиев. Каждое утро тысячи комсомольчан стремятся к проходным заводам. Сегодня мы поговорим о промышленности Комсомольска-на-Амуре. Комсомольск-на-Амуре в средствах массовой информации привычно называют промышленным центром Дальнего Востока или его инженерной столицей. Надо честно признаться самим себе, что основания для получения этих званий были созданы нашими предшественниками в годы Советского Союза. Сегодня мы живем в других условиях, и для того, чтобы город юности оставался промышленным центром, необходимо изучать и использовать опыт как свой собственный, так и чужой. Для того, чтобы понять, как Комсомольск стал таким, каким мы его знаем, я предлагаю обратиться к архивной записи Евгения Хорошилова, занимавшего когда-то пост секретаря горкома КПСС нашего города. В 70-х годах по решению партии и правительства, а у нас тогда были обостренные отношения с Китаем и непростые отношения с Америкой, с НАТО, по вот этим обостренным отношениям встал вопрос о глубоком преобразовании дальневосточного региона. Было разработано специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров, закрытое постановление, но было разработано постановление, по которому в районах Дальнего Востока надо было построить 128 оборонных заводов. Вы представляете? Построить 128 оборонных заводов. Со всей социальной сферой, со всеми коммуникациями, наполнить людьми. Это громаднейшая задача. И после приезда Брежнева в Комсомольск-на-Амуре, это 78-й год, мы встречали Брежнева на авиационном заводе. Я лично участвовал в этой встрече и описывал в своей книге, как она происходила. После этой встречи многие вопросы по Комсомольску-на-Амуре были дополнительно учтены, включены в этот план, и началось активное строительство. Началось строительство машиностроительного завода авиационного профиля. Этот завод должен был выпускать боевую ракетную технику для вооружения боевых самолетов, которые производил авиационный завод. То есть это ракеты, управляемые, неуправляемые, земля, воздух-воздух, воздух-земля, широкий набор. Это была выделена площадка на 8-м участке у нас, там, где Комшоссе поворачивает на поселок Менделеево, вот на этом участке. И там началось строительство. В книге я привожу фотографии, построен административный корпус, построен инженерный корпус, построен другой инженерный корпус. То есть я показываю, что это реальное было движение. Началось строительство завода «Парус». Такое романтичное название, но оно содержит внутри себя предприятие оборонного назначения. Это мы его называли завод по производству минно-травового оборудования. На самом деле это должны были быть опять торпеды, ракеты для вооружения тех подводных лодок, которые производил наш судостроительный завод и другие заводы этой отрасли. То есть это тоже очень мощное предприятие. Два этих завода в сумме образовывали практически новый Комсомольск. Мы так и называли вот в своей среде тех, кто причастен ко всем этим процессам, что это Комсомольск-2 деления. Но это не все. У нас по программе колоссальные были предложения, и часть предложений мы успели реализовать. Мы построили новый завод по ремонту строительной техники для БАМа. Новый, с иголочки завод. Сейчас вы там увидите. Сейчас фирма «Сталкер» находится. Ну, понятно. Да, в останках завода. Но мы построили этот новый с иголочки. Я там проводил заседание штабов по ускорению строительства. Вызывал руководителей министерства, чтобы мы с ними согласовали, как более оперативно, более быстро сделать. Это один пример. А рядом завод «Амурлитмаш», мы там поставили новый корпус. А недалеко завод подъемно-транспортного оборудования, мы там построили новый цех для производства кранов последних модификаций.
А на поселке Менделеево мы поставили авторемзавод, новый авторемзавод, тоже с иголочки новый. А у нас есть там лесоперевал база, мы должны были построить, и уже начали строить в тот момент, новый корпус по эффективной переработке древесины. Но то, что можно было создать в Комсомольске, используя базу промышленную Комсомольска, то это использовалось. Завод «Амурсталь», там доменное производство, вчерашний век. Мы на этом заводе построили на отдельной площадке новый комплекс «Сталь». Это электростали плавления, СПЦ. Мы построили следом прокат на оборудовании, которое поставило, ну, современное оборудование поставило ГДР. И таким образом вот, проблемы, связанные с обеспечением металла, они были решены крупно, принципиально. Это было в Советском Союзе. А как же обстоят дела по привлечению инвесторов в промышленность на Западе? Об этом рассказывал Леонид Викторович Кузнецов, работавший в свое время в иностранных корпорациях. Инвесторы и иностранные граждане приезжают, когда они видят сетевую гостиницу 4-5 уровней, 4-5 звезд. Нет гостиницы, есть местный, так сказать, общепит, есть местное, так сказать, понимание, что такое местные, никто не едет. Как только появляется сетевая гостиница, ну, минимум 4-звездочная, с этого момента начинаются контакты, связи и так далее. Интересное кино получается. Инвесторы еще не приехали, а только для их привлечения нужно затратить деньги на создание 4-звездочной гостиницы транснациональной сети. А если им не понравятся тарифы на сырье, электричество, налоговый режим или то, как их обслуживали в гостинице, они просто уедут? Получается, что деньги на организацию их приезда потрачены зря? И самое главное, надо всегда помнить, что инвестор приходит на новую для него территорию для получения прибыли ее вывоза. Что и подтвердили в своих выступлениях участники инженерного форума 2018 года. Налоговый год, который вы предлагаете, инвестор, чем он официальный, чем белее у него построена операция, тем больше ему интересно получать налоговый год. Малым инвесторам это менее интересно, потому что они так тем или иным способом уклоняются от налогов. И инвестору очень интересен спрос, прежде всего, по-братски. Инфраструктура и льготы к инфраструктуре интересные, но они не являются определяющими для решения по размещению производства своих производственных мощностей в таком месте, как Комсомольское море. Наша экономика так устроена, что каждый хочет быть главным производителем или, говоря современным бизнес-языком, центром прибыли. А становясь поставщиком, ты превращаешься в так называемый центр затрат. То есть от тебя требуют высокого качества, четких поставок, минимальных затрат. И по-российски это неинтересная модель бизнес-работы. Так никто не хочет. Все хотят быть в конце цепочки формирования стоимости. И если не организовать вот эти справедливые правила, то, что называется таким модным словом трансферное ценообразование, когда, грубо говоря, прибыль будет между всеми участниками равномерно распределяться, эта модель просто не будет работать. Обратите внимание, вот в авиации, и в автопроме, и, наверное, в субпроме, все же хотят дешевых поставок, правильно? Все же хотят массовости. И даже, так сказать, опыт автопрома показывает, что пока вот организовать кооперацию на уровне компонентов, ну, практически не удалось. Как показывает отечественная и мировая практика, лучшим инвестором является собственное государство или местные предприятия, так как они не заинтересованы в выводе прибыли за территорию города. Самое интересное, что в нашей стране есть регионы, где успешно развивается промышленность и где можно почерпнуть опыт для использования в Комсомольске-на-Амуре. Важно отметить, аналогии, которые вы показываете, вот опыт экологии, он очень яркий читается. Он яркий по всей стране. Мне довелось сделать соответствующую аналитику в свое время по инновационным регионам всей России. Калуга – один из наиболее ярких и успешных примеров. Здесь он, правда, не совсем будет применим из-за того, что Калуга в экономическом смысле – это фактически пригород Москвы. Основная точка там город Обнинск, который находится ближе к Москве, чем многие города Московской области. А теперь, в связи с решением Москвы, он попросту примыкает прямо в прямом смысле к Москве. Поэтому это, конечно, другая песня. Это успех экологии, это успех развития промышленности, ориентированной на центральный большой рынок, примыкающий к Москве, прямо в условиях Московской области. Аналогии более близкие к Комсомольску, мы их считаем вот в России две. Полных аналогий нет, есть только частичные. Поэтому приходится комбинировать опыт разных регионов России и мира, чтобы с Комсомольском провести аналогии. Это вот какие. Свердловская область, которая близка по профилю в целом экономике к Хабаровскому краю, по пропорциям капитала, людей, дорог, она напоминает сильно Хабаровский край.
И это связка Новосибирск-Томск. Вот это вот то, на что я бы советовал, как частичные примеры, поскольку полных примеров нет, как на частичные ориентироваться. Там тоже история успеха очень серьезная. Они менее на слуху, чем история Татарстана или Калуги, менее распиарены. Но я вам скажу свое честное мнение, как аналитик, который анализировал их там в свое время, там как раз успех построен именно фундаментально. Там нет этого пиара, шума, ах, какой успех в Татарстане, ах, какой успех в Калуге. Там есть серьезная работа, и в результате рождаются мощные компании федерального и даже мирового значения этих успехов там. Поэтому вот правильный пример. Другие примеры, они по миру. Я их тоже назову. Комсомольск не самое изолированное в мире место, как неудивительно это звучит. Самое изолированное в мире место – это австралийский город Перт, который находится на западном побережье Австралии. Одним своим бортом он упирается в Индийский океан, другим своим бортом он упирается в 3000-километровую пустыню, как Сахара, даже еще жарче и суше. И вот он, это самое изолированное в мире место. Но живут там люди прекрасно за счет того, что город достиг критической массы. Там локальная экономика такая большая, диверсифицированная, что почти все делается прямо вот в экономической системе Перта. Подпитка деньгами для того, чтобы закупать, так сказать, импортировать в кавычках, там тоже есть, но она по сравнению с масштабом города не столь велика. Нельзя сказать, что они живут только за счет экспорта сырьевых ресурсов из пригородов Перта. Нет. Это подпитывает их притоком денег. Несколько шахт, стоящих вокруг Перта. Но там есть и именно внутреннее большое обращение. Значит, вывод из этого такой, что очень важно для Комсомольска, во-первых, достигать критической массы, а во-вторых, развивать диверсифицированную локальную экономику, так чтобы завязывались внутренние цепочки добавленной стоимости, которые замыкались бы в цикл воспроизводства расширенного полезности. Другие примеры, кроме Перта, это города еще более, наверное, знаменитые и приятные. Это города канадский Ванкувер, американский Сиэтл, американский Сан-Франциско, австралийский Манаус и китайский Урумчи. Это города, которые все находятся далеко от метрополии, в каких-то таких местах, куда птица не долетит, так сказать, олень не добредет, но они живут прекрасно. Их роднит всех то, что они достигли порог в 2 миллиона. То есть там в агломерации, в экономической системе, там 2 миллиона. Какая критическая масса в Комсомольске, я сказать, затруднусь, наверное, меньше, чем 2 миллиона все-таки, но есть вопрос критической массы населения, все-таки она сейчас существует. Объединяет эти города, все, включая Перт, то, что на определенном этапе своего развития, когда они еще не были 2-миллионниками, только росли годами, их рост опирался на федеральные компании и на их, так сказать, крупные компании из метрополии. Всегда есть у них период длительный после первого бума золота или леса, или рыбы, или полезных ископаемых, которые обычно сходят на нет. Потом наступает период, когда они живут и развиваются несколько десятилетий за счет того, что там присутствует одна или там, до трех крупных их страновых компаний, которые являются опорной точкой. В это время город постепенно растет. Я дальше скажу то, что понравится Максиму Леонидовичу. Копят компетенции, поколение, может быть, это пара поколений проходит, пока накапливается компетенция, и такой уровень искусственности населения, что это уже начинает притягивать само по себе экономику. Но потом наступает быстрый рост, они достигают этого порога, там миллион-два человека, там складывается своя система, все хорошо. Вот, например, мало кто знает, что Сиэтл, город американский, он пережил золотую лихорадку, она спала на нет, потом он пережил лесную лихорадку, она спала на нет, когда его срубили, и он почти умер там, 19 лет. Но потом пошли оборонные заказы, например, первый город. Сначала флот, потом там появился Боинг, там 50 лет была штаб-квартира Боинга, потом там появился Microsoft. И это продолжалось, когда город жил за счет двух таких вот федеральных корпораций, жил там несколько десятилетий. А потом наступила ситуация, когда сложилась экосистема очень коротких способных людей, и город стал притягивать сам по себе уже независимо от Боинга. Боинг привел корпорацию свою оттуда, он стал притягивать уже другие индустрии сам по себе. Вот он путь магистральный для Комсомольска. В этой связи, Максим Леонидович, у меня даже вопроса не возникло, когда я услышал тему заседания, что это региональная промышленная политика. Поскольку прочтение, которое я вложил, смысл, который я вложил в эти слова, он был другой, чем вы озвучили, я однозначно для себя, даже у меня не было альтернатив, я подумал, что речь идет не о какой-то промышленной политике внутри региона, что не совсем понятно, что вообще означает, а идет речь именно о федеральной политике размещения производительных сил по региону. И даже прям без вопросов. Это как намек о том, что какой смысл стоит в это вкладывать. И вот Комсомольск, конечно, сейчас будет должен перейти неизбежно. Во многом к опоре на таланты людей это неизбежно. Даже если мы будем рассматривать там любые федеральные помощи, любых иностранных чудесных инвесторов, что угодно, все равно это будет упираться в анализ факторов производительности, почему выгодно здесь что-либо делать.
неизбежно окажется, что Комсомольск стоит все-таки подальше, чем Хабаровск, который стоит подальше, чем Владивосток, который более дорогой и более зарегулированный, чем Вьетнам. И поэтому встает вопрос, а чем Комсомольск должен привлекать инвесторов промышленного профиля к себе? Ответ вы сами даете. В конечном итоге это должны быть уровень квалификации, компетенции людей. К этому неизбежно жизнь подталкивает. Мы все чувствуем, что губернаторы и регион все время неизбежно к этому подводят. Ищут позиционирование города как некого инженерного города. Вот как есть вот Академгородок в Новосибирске, вот Комсомольский должен быть инженер-городок. Инженерное такое позиционирование. Все время проводятся разные конгрессы, WorldSkills, прочее. То есть упор, он неизбежно возникает в речи губернатора и всех, кто имеет отношение к этому вопросу. И это потому, что жизнь подталкивает к такому решению. Вот. Но помощь с федерального уровня, конечно, тоже будет нужна. То есть нужно будет добиваться того, чтобы крупные корпорации еще размещали либо заказы в Комсомольске, либо, может быть, если это получится сделать, при помощи комбинации налоговых льгот и различных преференций, привести еще федеральных корпораций или их подразделений в Комсомольск. Это вот то, что может и должно позволить федеральной и крупной корпорации развиваться еще некоторое время в Комсомольске до достижения критической массы. Вы правильно говорите, вот анализ наш, он бьет на три категории типа инвесторов, которые в Комсомольске возможны. Это такие типы. Во-первых, сырьевые, те, кто использует местное сырье. Это достаточно ограниченная номенклатура, потому что видов сырья, которые здесь в изобилии, их или, скажем, шире, природных факторов, которые дают природную ренту, их здесь считанные единицы. Это лес, некоторые виды полезных ископаемых и то, что пока не прозвучало, это географическое положение и транспортная ситуация города. В транзитном смысле и как база освоения северо-востока Комсомольск, в принципе, удобен. У него три дороги железных пересекаются, два аэропорта, четыре речных порта больших. И он вот стоит как крайняя точка, вот если осваивать север Хабаровского края, восток Якутии, Магадан. Вот промышленной базе для этого, естественно, должен быть Комсомольск. Вот там вот в этом смысле удобно. Вторая категория – это малый бизнес, малый и средний бизнес региональный, ориентированный на местный региональный спрос. Это прообраз будущей системы экономической, которая в городе должна находиться и должна неуклонно расти, чтобы достичь критической массы. И третья категория – это разного рода перерабатывающие производства, которые, на первый взгляд, трудно обобщаются каким-то единым понятием, то есть трудно ухватить, в чем их смысл, почему такие наборы средних производств здесь возможны. Но я вам сделаю подсказку. Это производства, которые так или иначе обслуживают нужды крупных федеральных корпораций. В этом смысле там, КМПЗ, КНААС, АСЗ – это все заводы, это подразделения федеральных корпораций, почти отраслевых монополий, которые обслуживают их нужды и спрос. То есть просто корпорации разместили свои производственные подразделения в Комсомольске для своих целей, встроив их в свои производственные цепочки. Вот третий тип размещения, который возможен. Он же намекает сразу, как можно приманить и внешних, и внутренних инвесторов. Я раньше говорил, что это делается путем предоставления спроса на их продукцию. Более общая формулировка, что их нужно встраивать в производственные цепочки. Если вы не встраиваете никого в производственные цепочки, просто говорите какому-то японцу, а вот не хочешь ли приехать разместиться в Комсомольске? Это проходили много раз, и Максим Леонидович, и мы, будет вот что. Вы его притащите, поговорите о уровне правительства с ним, внушите ему интерес к России. Он приедет смотреть, первый раз услышав слова, что его любят на уровне правительства России, приедет смотреть, посмотрит, потом начнет задавать вопросы, когда разберет ситуацию. И скажет, что вы знаете, все хорошо, буду размещаться, но вот я вижу, рядом стоит Хабаровск, он немножко получше. Потом посмотрит Хабаровск, пройдет еще две недели, и он спросит, вы знаете, а вот еще же Владивосток рядом есть, он еще получше, там морские порты есть и потеплее, и посмотрит еще две недели Владивосток. А потом кончится тем, о чем я говорил. Он скажет, что все то же самое есть, у нас уже есть в Вьетнаме и в Индонезии, только там еще меньше давят чиновники. Поэтому вот, если вы не предоставите место в производственной цепочке, в цепочке сбыта или спроса, как угодно это называйте, инвестора промышленного профиля будет сложно привлечь. И мы сейчас работу свою дальше будем строить, исходя из этого принципа. То есть будем работать с иностранными российскими корпорациями, исходя из того, что у них сразу есть, ну то есть выбирать из них тех, у кого есть производственные цепочки, спрос есть. И для кого решение о выборе Комсомольска формулируется как размещение в этом месте своих производственных мощностей, у которых уже есть спрос, за то, что будут предоставлены определенные государственные преференции и проведена правильная федеральная промышленная политика в отношении региона.
Уже сегодня поправить ситуацию с промышленностью в Комсомольске-на-Амуре может присвоение городу статуса инженерно-промышленного центра. При формировании бюджета статус дальневосточной столицы, инженерной дальневосточной столицы, даст нам в среднем, по нашим подсчетам, это до 800 миллионов в год. Мы можем дополнительно формировать свой бюджет при распределении его. То есть, ну, такой бюджетный закон. Поэтому я считаю, ну, это важно, и основная задача сегодня парламентариев наших краевых добиваться присвоения города Комсомольска-на-Амуре данного статуса. Ну, это решение многих наших проблем, это и благополучие наших граждан. Ну, это достаточно для нас большая сумма. Это, считайте, треть бюджета собственных доходов, которые мы сегодня имеем. То есть это, ну, качественный скачок, прям не то что прям, ну, огромный шаг вперед будет при этом. И возможность для этого есть. Да, там в субъекте нужно кое-какие поменять вещи, не в субъекте, а в федеральном законодательстве. Ну, это все реально, и это все можно сделать. То есть этим нужно заниматься более активно, лоббировать свои интересы, добиваться этого, быть более настойчивым, ну и агрессивным, ну, в хорошем смысле слова. Впрочем, все эти меры сами по себе хороши, но не могут исправить всех существующих проблем. Что видно на примере Амурского судостроительного завода. На сегодняшний день завод все равно переразмерен с точки зрения накладных расходов. Это понятное соотношение между объемом заказов и размерами завода, поэтому нам все равно нужно будет его оптимизировать. Такая площадка уже в том виде, в котором она была в советские годы, будет не нужна. Но мы понимаем, что эту работу нужно делать аккуратно и планомерно. Мы обсуждали эту тему и с губернатором, и с его коллегами. И у нас есть новый руководитель проекта Ирина Анатольевна, которая пытается сейчас и собрать как-то все силы для того, чтобы понять, что делать с остатками территории, которые заводу в ближайшем там, будущем не потребуются. Комсомольск-на-Амуре – удивительный город, в котором находится предприятие сразу четырех крупнейших российских корпораций. Объединенный судостроительный, объединенный авиастроительный, Роснефть и Газпрома. Каждая из этих компаний реализует в нашем регионе свои инвестиционные программы, где вполне вероятно сотрудничество в предприятиях в общих интересах. Радует, что есть уже некоторые наметки на подобное взаимодействие. Мы разговаривали с директором, разговаривал я с молодежью, разговаривал я с начальниками цехов на судостроительном заводе. Сейчас у них одна просьба была ко мне. Эту просьбу я тоже сделаю. Это аттестовать судостроительный завод в системе «Газпрома», чтобы он прошел аттестацию. Строить вот эти вот металлоконструкции, мачты, которые вот, когда вы едете до Хабаровска по дороге, видите такие вышки. На заводе все оборудование это есть. Это сварка автоматическая, полуавтоматическая, специалисты. Когда они будут аттестованы в «Газпроме», то тогда суда, которые Киринское месторождение, это на Сахалине, будет развиваться. Все металлоконструкции, помимо судов, они еще будут заниматься в «Газпроме» металлоконструкциями. Впрочем, отдельные факты сотрудничества между предприятиями говорят об одном. Комсомольску-на-Амуре нужен штаб, который бы координировал и направлял работу местных промышленных предприятий в интересах всего города, а единичное сотрудничество сделал постоянным и массовым. По моему мнению, функции штаба местной промышленности на себя должна взять городская администрация, коль скоро этим не занимается ни один другой орган государственного управления. Тем более, что в истории нашей страны уже есть опыт подобной координации, а в современном Китае он используется до сих пор. Нравится это кому-то или нет, но сама жизнь заставляет нас перестать играться в бесконтрольную полную самостоятельность предприятий, перерастающих в разрушающую анархию. Крупнейшие корпорации мира сегодня используют принципы управления, когда-то использовавшиеся в СССР госпланом. Да и сам этот орган не стал советским изобретением, так как в качестве его прообраза коммунисты взяли управляющие компании американских трестов. Доработали иностранную модель под собственные нужды и получили инструмент управления, с помощью которого СССР превратился из страны землепашцев в передовую промышленную державу с ядерным оружием и космическими полетами.